Отрывай прямо. Опа. Всем привет, ребят. Вы на канале 128. И сегодня мы распакуем 10 штучек здесь желтеньких у нас скрипышей. Мы специально выбрали желтые. Мы долго ждем доставки. Дело в том, что на Авито можно дешевле их намного купить, чем они в Магните. Продаются сейчас по 49 рублей, да? Но пока ждем доставки, никак не доедут. Решили купить 10 желтеньких. Почему желтых? Потому что смотрите предыдущие ролики, вы увидите. Мы там распаковывали желтые. Их можно фонариком просвечивать и видеть, что внутри. Искали юбилейные, не нашли в магазине. Но, в общем, взяли те, которые нам понравились. Давайте распакуем, посмотрим, что же у нас тут интересного. В преддверии большой распаковки посмотрим маленькую. И тут у нас получается Маквин. А мне попалась кошечка. Покажи. А здесь Вискас. Вот такие две. Распаковываем дальше. Держи, это тебе, это мне. Здесь у нас какашеч. И Данон. Почему-то считается Данон редкий. Мы этого не заметили, когда распаковывали. Дело в том, что они дорого продаются на Авито. И почему-то именно Данон. Ну, не знаю. Мы не заметили, что он редкий. Но решили взять. Может пригодится. Давай дальше распаковывать. Отрывай прямо. Опа. А это что такое? Мне попалось вот. Ну-ка. Майк Вазовский тебе попался, а мне какое-то уродство попалось. Смотрите, явный брак какой-то. Производство, это как будто бы сплавлено, что ли. Как сплавился. Это должен был быть хэштегаш, наверное, все-таки. Смотрите, какой уродливый. Так, а есть у нас тут хэштег настоящий где-то? Вот настоящий хэштег и вот бракованный. Смотрите, какой... Ужасный. А у меня вот что-то. А у тебя, да, Майк Вазовский. Друзья, смотрите, какой брак попадается. Попадается брак в желтых скрипышах. Ну, это, конечно, случайность. Не обязательно, что в желтых, но нам попался в желтом. Мы когда просвечивали, но думали, хэштег, вот тут вот уголки видны. Тут думали, что просто не просветилось. Реночка, подожди, Зай. Сейчас будем дальше распаковывать. Ладно, давайте открывать дальше. Открывай свой пакетик, а я буду свой. У меня попался вот твой. Тебе авокадо, да, а мне еще один Данон. Еще один Данон мы нашли. Так. И еще по пакетику нам осталось. Держи, это твой. Ой, а это будет мой. У меня попало сердечко. И мне попало сердечко. Смотри. Ой, два лайкиша. Два лайкиша. И итог у нас такой, друзья. 10 скрипышей, да, и один вот такой вот ужасный бракованный. Ну, с одной стороны, это и прикольно, конечно, такой необычный. О, уродливый. Подгорел на работе, наверное, поджарился немножечко. Как так, да? Ну, бывает, что-то бывает всякое. Ну что, получается, что он редкий зато можно обозвать его редким, с одной стороны. Вот такая вот коллекция, друзья. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Кто не видел наши ролики, распаковки, посмотрите. Мы много уже распаковывали, уже больше коробки распаковали этих скрепышей. Это вот остаточки остались. Также мы в мясорубку закидывали скрепышей. Вот здесь можно увидеть остаточки. Это все, что от них осталось. Ну и вообще, посмотрите, может понравятся ролики. А вот этот вот скрепыш у нас займет почетное место в нашей коллекции. Всем пока, друзья. Вы были на канале 128. Пока, ребята.